Привет! В этом видео я хочу показать, как включить или отключить функцию «Выполнить» на вашем компьютере с операционной системой Windows. Функция «Выполнить» вызывается нажатием клавиш Windows плюс R, одновременное нажатие клавиш Windows и R, и с помощью нее можно вызывать различные подпрограммы и настройки, например, такой командой можно вызвать редактор реестра. На такой командной можно вызвать командную строку Windows. Чтобы включить, но можно запретить вызывание этой команды. Для этого нужно зайти в изменения групповых политик. Вводим русскими символами в поиске изменения групповой политики. Это работает, если у вас операционная система не версии Home. Для всех остальных изменений групповых политик функция работает. Если у вас видео версия Windows Home, то смотрите видео до конца, будет второй способ. Если у вас есть редактор локальной групповой политики, то заходим, выбираем, это можно свернуть. Нам нужно конфигурация пользователя, выбираем административные шаблоны, нажимаем на треугольник, раскрываем это подменю. Дальше нам нужно меню пуск и панель задач, левой кнопкой мыши. И здесь ищем удалить, выполнить из меню пуска. Ищем, находим, удалить команду выполнить из меню пуск. Два раза нажимаем по выбранной команде и выбираем включено. После этого применить, окей. Все. Мы отключили функцию выполнить на этом компьютере. Теперь при нажатии клавиши Windows R у нас появится такое окно. Операция отменена и ограничение есть. Действующих на этом компьютере, обратитесь к системному администратору. Теперь пользователи, которые работают на этом компьютере, не смогут зайти в реестр и выполнить какие-то другие программы. Нажимаем ОК. ОК. Второй способ, если у вас версия Home, либо в случае, если показанный способ не сработал, можно изменить через редактор реестра. Для этого нажимаем WinR, вводим regedit, такую команду вводим regedit. Такую команду вводим, нажимаем ОК. Так у нас выглядит редактор реестра. Нам нужно HK Current User. Раскрываем. Далее Software. Раскрываем. Далее Microsoft. Раскрываем. Ищем в папке Microsoft папку Windows. Windows нашли. Раскрываем, выбираем Current Version. Current Version. Policies. Policies.
Раскрываем Explorer. И здесь видим два файла. Если до этого вы включили функцию, отключили функцию выполнить, то здесь появится файл no run. Так как у нас нет такого файла и мы хотим создать его, то нажимаем правой кнопкой мыши создать параметр DWR32-bit. И называем его no run. Создали. Далее нам нужно задать параметр включить-выключить функцию выполнить. Два раза нажимаем. И у нас значение 0, то есть не задано. Можем задать значение 1. Это будет disable или off. То есть функция выполнить не будет работать. Либо 2. Функция будет работать. Либо 0 не задано. Нажимаем ОК. Закрываем, перезагружаем компьютер. И после этого будет работать наше выбранное значение. 1. Функция выполнить не работает. 2. Функция выполнить работает. Еще один важный момент. Перед тем, как зайти в этот реестр, нужно сделать резервную копию всего реестра. Для этого заходим в файл и нажимаем экспорт. Здесь вводим, например, бэкап название. Бэкап реестр, что-нибудь такое. Можно ввести дату, когда вы создали этот реестр, копию реестра 2020. Выбираем место, куда сохранить. Это будет наша резервная копия, то есть файл с текущими настройками. Перед тем, как начали редактировать реестр, лучше такой файл создать и перенести его на внешний диск, флеш-карту, либо облако. Все, создали такой файл. После этого можно вносить какие-то изменения в реестр. На этом все. Спасибо.